Ну вот и Андрей Евгеньевич Кузнецов позвонился. Андрей Евгеньевич. Да. Да, здравствуйте. Алло. Алло. Да, Андрей Евгеньевич. Ну что, какие новости у нас? Скажите, пожалуйста. Ну, у меня новости хорошие. Так. Они у вас всегда, хорошие. А? Пришла система охлаждения. Но я, блин, всю неделю вот я в таком зашоре был. Я никак не могу это забрать. Вот. Поэтому я, честно говоря, так вот немножко планировал, что в следующей неделе вами займусь. Потому что, ну, практически все готово. То есть корпус есть, диски есть, охлаждение есть. Осталось собрать, настроить и вам под кровать поставить. Он шуметь будет или нет? Вот система охлаждения, это был мой сюрприз вам, то есть это новая система, ну, обещают, что бесшумная. Она и бесшумная, и беспыльная, это крео установка, то есть она... Отлично, а что... холодильничек. Под кровать, на балкон же ее можно засунуть? На балкон нежелательно, там влажность большая. Влажность большая? Нужно будет куда-то... Ну, у вас же системник стоял под столом, ничего, нормально. А этот даже без вентиляторов. То есть просто коробочка будет стоять и все. Ну, если не шумит, да. Я системником в последнее время не пользуюсь, особенно в вечернее время. Он сильно шумит. Не-не, это вообще безвентиляторная схема. Это криоустановка. Там жидкий азот по специальным трубкам бегает. Соответственно, охлаждается. Отлично, хорошо. Я тут немного потратился, но в расчете на будущее, да, что, ну, мы же должны как-то идти впереди прогресса. Ну, давайте, потому что люди объединяются, создали уже, подключились к раскручиванию группы ВКонтакте, уже 5000 человек они в группу ВКонтакте привлекли. Молодцы. Ну, Ярослав Петрович, я как бы это... так скажем, заинтересован выполнить свои обещания. И, в принципе, мне интересно как бы и с ребятами тоже соединиться и общаться. И поэтому все идет, так скажем, в обещанном русле. Единственное, вот сроки не получаются быстро, потому что я один, понимаете, за все отвечаю. Мне надо успеть и забрать эту установку, и забрать эти диски. Все проплачено, просто надо забрать. Поэтому я думаю, что на следующей неделе я все-таки все дела закончу. Добро, хорошо. Давайте, до связи. До связи, Андрей Евгеньевич. Тогда при встрече. Хорошо, спасибо. Давайте, считаем. Угу. Разговор с Кузнецовым Андреем Евгеньевичем. 14 февраля 2014 года.